вами просто Костя. И сегодня мы едем, не знаю куда, но говорят, в Зираткуль. Что это такое, тоже не знаю, ни разу не был, поэтому это круто. Hello. Идем на хребет Зираткуль. Ну, короче, не знаю, почему Зираткуль, по-моему, все Зираткуль называется. Что хребет, но в основном, я так понял, озеро тут Зираткуль называется. Заповедник, Зираткуль, тыры-пыры. В общем, хребет Зираткуль. Все Зираткуль. Идем мы. Пока еще такая гора не пошла. Что такое, подходим к основной горе, сейчас я вам покажу. Вот. Там красота вся. Просто Скайрим какой-то, смотрите. Некоторые ребята на лыжах, на сноуборды съезжают. Мы как дурачки сноуборд не взяли, естественно. Не лыжи, ничего. То есть обратно будет опять пешком драпаться. Вообще заявлено тут 6 километров туда, 6 обратно. Ну, так сложно не должно быть. В общем, посмотрим. Продолжаем поход на хребет. Вот я уже прилично так забрался, то есть тут осталось совсем чуть. Вон верхушечку видно. Я так понимаю, нам до туда. Поэтому осталось чуть. В принципе, усталости, ну так, в ногах чуть-чуть напряглись. Так, ну ничего, сейчас дойдем. Там уже посмотрим конкретный вид. Как это все есть, как это все. Ну, я уже там шел, видел, что там озеро видно так. Очень хорошо, красиво. В общем, класс, что? Сейчас глянем там, как там будет круто. И все, опишем по порядку. Все, забрались мы на хребет этот. Тут кошмарный ветер. Я тут засел, короче, в такой ямочке, чтобы ветер не дул. Вот, тут потише, можно что-то сказать, а там вообще ужасно дует. Приходится маску ставить. Ну, вид, конечно, красивейший. Интересно то, что вот поверху такой ветер идет, прям вот облака, вот эти ветреные, они вот уходят. Вот. Там, в общем, солнце еще не село, вот я думал, оно уже сядет, пока я заберусь, и темно станет, но нет, оно еще, вон оно, такое туманное, вот там вдалеке видны горы, словно далекий Мордор, такая полосочка редлайна, красная черта такая. Классно. Ну вот ответ распрятался, сейчас вот не холодно, нормально сижу. Спонсор наших фотографий Романов Григорий. Что-то аппарат я взял у него. Так, ну что сказать еще касаемо подъема, то есть, ну, подъемчик, как бы ничего такого, 6 километров, да, я засек время, то есть я забрался ровно за час, 6 километров по телефону кропу, как можно полагать, у меня средняя скорость была 6 километров в час, ну, то есть как бы бежал я нормально, сполосил чуть-чуть. Дорога протоптанная, ничего такого нету. Тут, по-моему, любой без проблем заберет. Нормально тут сходить. Зираткуль, в принципе, красивый. Я думаю, тут летом очень красиво. Но ветер пока сейчас
пойду обратно покажу. Соберусь. Смотреть надо, ребят, что они там забираются. Да? Маску надевай, чтобы не продуло.